Это было в городе Москве. Я был перспективным оператором документальных фильмов про голубей. И я решил пойти купить чай. Ведь чай символизирует нашу жизнь, которую мы постоянно выпиваем. И я шел по полю, пытался найти портал, через который я мог бы проникнуть в магазин и купить чай. А после того, как я попал в портал, оказалось, что это черно-белый мир, и, соответственно, по синематографически я должен был как-то найти путь в магазин. Я один раз